Ничего, здорово, ребята. Как вы думаете, куда я направляюсь? Я направляюсь почистить машину, а зачем? Я сегодня еду на концерт, а на какой? Ха-ха-ха. Думаю, скоро вы об этом узнаете. И сейчас первым делом нужно сделать что? А первым делом нам нужно откопать вот этот сугробик. На ней мы и поедем. Концерт будет проходить в Нижнем Новгороде, до которого нам 100 с чем-то километров. Поедем весело, поверьте. А почему и как, я покажу, а пока чистим тачку. Ну а чтобы немного намекнуть, что будет за группа, сейчас вам покажу фразу, которая написана на моем капоте. И эта фраза совершенно не чужда для данной группы. Ну что, готовы? Смотрим. Блин, правда, замерзла. Punk's all dead. Всем хой. Чистим тачку и летим. Ну, вы поймете, какая группа. Определенно. Ну что, ребят, машина готова. А мы погнали. Едем на концерт группы. Ну, кто поет? Ну, кто может спеть такое? Не поняли, по губам? Пацаны в моем дворе. Снова слушают. Как вы думаете, кого? Не знаете? Я вам это покажу. Они будут следующие. Пацаны в моем дворе снова слушают. Правильно, Киша. Так что вы догадались, это концерт группы Ёрш. Включаем уже непосредственно с дороги. Я сегодня поеду на этом легендарном аппарате, который Datsun Ondo. Он же будет сегодня управляться беспилотником. Я буду сидеть сзади и настраиваться, так сказать. Так что погнали. Уже едем. Как видите, я на заднем сиденье. Автопилот отключен в виде друга. Супруга со мной. А взяли несколько таких пумпуриков, у самого, наверное, лучшего человека, самый лучший самогон, муа. Разумеется, взяли томатного сока, ну и всякие вкусные закуски. Это вот ветчина, всякие колбасы разных видов. Короче, еду, готовлюсь основательно. И когда уже буду в припойном настроении, думаю, где-нибудь остановимся и включимся, расскажем более подробно, что запланировано у нас на данную поездку. Мы уже на подъезде к Новгороду. Также включаемся непосредственно рядышком, блять. Там, где будет проходить концерт, и никаких зарисовок концерта показываем. И обратную дорогу. Я уже накатил, там все нормально, ребята. Ребят, вот мы и доехали, ну, такие смутные сомнения. Да. Концерт будет проходить на корабле часов. Это вообще как-то. Блин, короче, капец. Походу здесь. Надо идти. Красиво такая ляпота. Ляпота, ребята. Вот приехали мы немножко раньше, поэтому едем немножко подкрепиться куда-нибудь. Потому что в любом все дорого, смотрите, какой эротичный мост. И вот там, где будет проходить все сие действие. Проезжаем мимо. Я, разумеется, на задней стойке, так скажем. Вот здесь будет. А что будет, вы увидите. По мере возможности заснимем. А мы пока едем чего-нибудь вкусного пожрать, дабы набраться силы. Я смотри, вот так. Ути, ути, блядь. Честно, ребят, для меня это шок, не знаю, как на корабле, чего мы не спускали, не спрашивали, до начала еще 40 минут, ну, до того, как будут спускать, до конца это полтора часа. Отъехали немного, разумеется, надо подкрепиться, дошли в Саверму, ну, кажется, без нее, вот, моя лайба стоит сзади, вот, мы залетаем, как там все будет, будет интересно, будет видно, вот, попробуем, покушаем, все будет четко, ну, отплясывать будем конкретно, без этого никуда, и включаемся там. Что, ребят, в ожидании концерта. Скоро все будет, провожу с опозданием. Ничего не будет. Ничего не будет. Но разрешили.
Так? Рахман, ребят, мы группа Ёж, приехали к вам с новогодним туром. Но плюс ко всему у нас еще выходил альбом, с презентацией которого мы к вам не приезжали, поэтому сегодня на концерте будут и старые, добрые, любимые всеми шлягеры, бессмертные хиты, и песни с нового альбома. Да, с нового песни будет. Надеюсь, вы их успели уже послушать. Если кто-то не успел, но, соответственно, сейчас послушайте. Очень приятно, что Великий Новгород встречает теплотой. И надеюсь, администрация этого заведения сделает здесь дырку, блядь, потому что головы так все хорошо. Один из самых дневных Пропалка! Все подарки, фотографии, автографы, господи, пожалуйста. Любим тебя! Ну что, ребят, готовы? На ней вместе подпоете? Давай! Пропалка! Пацаны, моя братья, снова слушаю тиша. И сентябрь вновь во дне, улыбается душа. И палатки на ЧП, в эти 36 рублей. Те, кто лет 25-30 назад играл дома в компьютерные игры, знают это, эти пять букв практически священные. Дорогие друзья, ITGQD! Я не расчислю, смотрю,
Thank you.
Так вот и подошел к концу концерт. Мокрое все, вода булькает. В сапогах концерт был классный, просто обалденный. Ждем фотосессии. Всех, кто любит, все, кто знает, всем хой. На ЧП, блейзер 36 рублей, было и 1006 моих виноградных дней. Так, Парашют по машине, пошли туда. У кого король и шут? Со мной все. Вот это моя тачка, ребят. Ну, go. Punk small death. Ну кто, кто? Что это? Давай. Punk small death. Punk small death. Где все? Да, что, походим мы с тобой вдвоем. А нам похую. Да, вообще я бухаю на похую. Группа Ёж рулит. Раз. Потому что пацаны в моем дворе, что вас слушают, что ты, пошел ты нахуй. Да ладно, все, ну. Киса, и сентябрь мной в огне. Улыбается душа. И сентябрь мной в огне. Плейзер 36 рублей. И палатки на ЧП. Плейзер 36 рублей. Было им 5007 моих виноградных дней. We're gonna make it.